Всем добрый день! Сейчас я украшаю пасхальные яйца. Этот способ для тех, у кого совсем нет времени и нет никаких красителей, и они вовремя не собрали луковую шелуху, а нужно как-то украсить яйца. По моему рецепту можно декорировать яйцо за 1 минуту. Значит, для декорации яйца нам нужны также салфетки и подручные материалы. Мне нужна салфетка. Салфетку я буду уменьшать в размерах. Яйцо нужно и нужна тесьма. Нужно выбрать такую тесьму, чтобы она подходила по цвету. Сейчас мне нужно салфетку собрать в узел вокруг яйца. Можно использовать капрон или фатин. Можно ничего не использовать, а сделать так, как у нас получилось. Вот такое получилось красивое праздничное пасхальное яйцо. Я думаю, ни один ребенок и даже взрослый не откажется от такого оригинального и красивого яйца. Также можно сделать из салфеток другого цвета, красные, синие, цветные салфетки. И вот таким способом я декорирую много яиц. Очень красиво, оригинально, и всем это нравится. Хочу вам еще показать один такой интересный способ. Нам нужны ноты, отрезаем кусок веревки и заворачиваем яйцо в нотную бумагу. Особенно это яйцо будет большим сюрпризом для тех, у кого дети занимаются в музыкальной школе или занимаются музыкой, и также можно для взрослых музыкантов. Очень интересное и необычное оформление. Вот такие получили замечательные оригинальные яйца, которые декорируются очень быстро. За 1 минуту можно обернуть салфеткой яйцо и завязать бантик. Всего доброго и с наступающей Пасхой!